Начинаем выпуск с трагической новости. Сегодня в одном из алматинских микрорайонов женщина выбросила своих детей из окна многоэтажки, а потом покончила жизнь самоубийством. Информацию подтвердили в городском департаменте полиции. Сообщается, что 28-летняя жительница оставила предсмертную записку, в которой описала причину своего поступка. Динара Сабитова выясняла подробности этой шокирующей истории. Шокирующие подробности рассказали соседи. По их словам, женщина сперва выбросила детей, а потом прыгнула следом. В семье росли две девочки и мальчик. Самому младшему было 2 годика. Все вместе они жили в съемной квартире, куда переехали в конце мая. Глава семейства работал на рынке, но в момент трагедии его в доме не было. Женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа вот этой многоэтажки вместе с 3 детьми. Один из них, по словам очевидцев, после падения был жив, но спасти его не удалось. Сейчас полицейские пытаются понять, почему мать 3 детей пошла на такой поступок. По официальным данным, женщина и 2 детей погибли на месте происшествия. Еще один ребенок скончался в карете скорой помощи. Я видел, что там 4 трупа, там дети в основном в возрасте 3, 7, 10 лет, что ли. Но одного забрали, видимо, кома было, что ли. Остальные, в общем-то, как-то лежали, и врачи хотели спасти их жизнь. Но, к сожалению, они все не дышали. В полиции предварительно сообщили, что причиной страшного поступка мог стать конфликт с мужем. Об этом говорится в предсмертной записке. В ней погибшая не указала конкретных виновных в том, что она решила свести счеты с жизнью. Она пишет, что устала от жизни и больше не может выдержать испытаний судьбы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Создана специальная следственная оперативная группа, которая установит причины произошедшего, а также другие обстоятельства трагедии. Соседи подтвердили, что за день до трагедии в доме разгорелся семейный скандал. Следователям предстоит разобраться в том, что именно стало причиной суицида. Динара Сабитова, Мурат Тайжанов, телеканал «Алматы».